Артистическая и техническая ценность сплошь пятерки. Вот Виктория Данова уже начала исполнять свою композицию. Остаются два арбитра, не выставившие оценку француженке. Итак, она появляется. 9-916. Это пока третий результат. Она убрала из тройки Юлию Раскину. Соответственно, та стала четвертая, Ветриченко пятый. И Ева все равно проигрывает 92 тысячных Кабаевой. Ну что ж, болгарские гимнастки завершили свое выступление в многоборье. Двумя часами раньше это сделала Теодора Александрова, которая пока на шестом месте, а только что Виктория Данова, оценку которой мы узнаем очень скоро. Но прежде мы посмотрим за последним сегодняшним выходом на ковер.